Спонсор видео heyday-info.com, на котором вы можете узнать секреты игры Heyday, а также новости и обновления игры, как правильно рыбачить, когда будут следующие события, и, конечно же, информация о читах для игры Heyday, ссылка под описанием. Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня я расскажу вам о производственном здании Попкорница. Попкорница относится к производственным зданиям. Ее можно купить, начиная с 8 уровня, за 650 монет. Время постройки займет 8 часов. На ней можно производить попкорн, попкорн с маслом, попкорн с перцем, шоколадный попкорн и попкорн с медом. Все эти товары не используются для производства других блюд, а идут только на выполнение заказов и на продажу. Поэтому продукцию попкорницы нельзя назвать такой же важной, как товары молокозавода и сахарного завода. Но если учитывать, что основой этих блюд является кукуруза, одно из самых дешевых и быстро растущих растений, то безусловно на них можно очень хорошо заработать, особенно на низких уровнях, когда возможности заработка еще довольно ограничены. Тем более, что кукуруза не так быстро продается, как растет. Для производства простого попкорна, начинающегося с 8 уровня и являющегося одним из самых выгодных в Heyday, понадобится всего лишь 2 кукурузы за 14 монет, и через полчаса получим пачку попкорна за 32 монеты и 4 звезды опыта. Как видите, это более чем двойной подъем цены. Недостатком является только то, что часто приходится пополнять очереди, и поэтому он не годится для ночной загрузки. На 16 уровне начинаем готовить попкорн с маслом. На него потребуется 2 кукурузы, пачка масла и 1 час времени. Он принесет нам 126 монет и 15 звезд опыта. Для продажи попкорн с маслом, конечно, не является выгодным, но можно ставить его на ночь и зарабатывать на нем звезды, необходимые для поднятия уровня. Возможность производить попкорн с чили открывается на 25 уровне. Для него потребуется 2 кукурузы, 2 перца и 2 часа времени. Принесут нам 122 монеты и 15 звезд опыта. Ровно столько мы получим за пачку попкорна с чили. За это же время можно приготовить 4 пачки простого попкорна и получить 129 монет и 16 звезд опыта. Попкорн с медом. Начиная с 40 уровня, нам принесет 360 монет и 43 очка опыта за 1 час 30 минут. А попкорн с шоколадом 44 уровня, 248 монет и 29 очков опыта за 2,5 часа. Так как попкорница в Heyday не является одной из важнейших машин, и кроме того, время производства некоторых видов попкорницы довольно длительное, необходимости тратить алмазы на открытие всех очередей нет. Достаточно расширить на несколько ячеек, подсчитать все по времени, по деньгам и звездам, выбрать для себя оптимальный вариант, и попкорница будет работать круглосуточно, принося вам отличный доход. Ну что ж, ребята, спасибо, что смотрели видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вы были на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, всем пока!